Хей, йоу, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем пройдить игру по названию Dark Souls Remastered. В прошлой серии мы попали в святилище, поубивали несколько врагов, да, ну как, позапрошлой даже так считайте. Немного исследовали локацию, и у нас здесь Арториас. Здесь у нас Арториас. По идее, мы сделали с вами сокращение пути, но не знаю, насколько он будет хорош работать. Королевский лес. Ой. Мы же с вами до 20 фляг сделали. Наш костер. Поэтому. Так, ладно. Немного выпьем. А теперь мы с вами идем до замочка нашего. Там, где мы сокращение пути создали. Буду сильно надеяться, что он рабочий. Ну, у меня сокращение пути. Так. И... да. Зашибись. Так, отправляем обратно. Ну что, будем надеяться, что у нас все выйдет как следует. Жди меня, Арториас. В этой серии мы тебя точно победим. Бля, я уже вижу его темную энергию. Круто. Вау! Тихо. А бэкстепы, как я понимаю, на тебя не действуют, да, приятель? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тихо. Я понял тебя, приятель. Бац. Бац. What? У меня стамина довольно быстро кончается. Ой, блядь. Вот здесь нужно было к нему подбегать. Ну, ладно. Сейчас он становится намного сильнее. Да. Он стал намного сильнее. Круто. 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 Да. Великолепно. Окей, давайте я попытаюсь... Хотя... Я хочу травяную щиту испробовать. На нем. Я хочу испробовать на нем травяной щит. Потому что травяной щит нам пополняет быстрее стамину. Так? Так. А что? А что? Если мы используем вот эти два предмета. Если он не будет полностью пробивать меня, тогда будет все отлично. Главное, чтобы он меня не пробивал. Так, о, заросли. Не, конечно, лучше двойной хват. Но, блин. Он довольно тяжкий. Ну, как босс. Да, стамина очень быстро наполняется. Главное, чтобы был фул. Фул защита от его атак.
Ну-ка, давайте проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это если брать такой захват. А если я буду атаковать его только... Раз, два, три, четыре. Четыре атаки, да? Не, ну я думаю, лучше, конечно же... Так, готово. Он довольно странно атакует. Мне нужно прыгающую атаку, чтобы он... Ой-ой-ой-ой, это сильно вносит стамину, оказывается. Тихо. Да, он не выносит полностью мне хп. Ах ты ж ё-моё, но он пробивает. Тихо. Нет! Бац! Бац! Так. Тихо. Вот сучка. Да ё-моё, ты надоел. Он не прощает ошибок. Вау! Тихо. Тихо, пьем, пьем, пьем. Ладно, плевать. Хорошо. Пьем. Успей, успей, успей! Тихо, стамина, стамина! Стаминка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот сука. А вот это может быть опасно уже. Успею! Блять. Готово. Ладно, яд это плевать. Яд мне плевать. Стамина, главное стамина. Так, раз, два, три. Блядь, он щит мне пробил. Вот упырь. Изи. Все-таки ту фазу можно было уничтожить. А душа Арториаса. И...
Зи. Найс. Даже не почувствовал его. Изичный, даже не почувствовал босса. Ладно, да, фляги. Ну, мне бы все равно 10 флях, я думаю, хватило. Ой, это. Так, чувствую, мне туда пока что лучше не идти. Да, все-таки этот щит тоже очень хороший. Потому что. Так, там кто-то ходит. Так, душа. Тихо. Это кто-то там внутри. Заперто. А знаете, что я хотел узнать? Точно. То я видел, но я что-то так не подумал. Можно ли спуститься или там нету спуска? Где тут вот мужик-клоун, да? Там есть куда-то проход еще. Так, здесь у нас... Ну там, скорее всего, тоже может быть босс. Давайте отдохну у костра плюс это. Чик-чик-чик. Тихо, новый уровень. Ага. Так, а теперь мы идем с вами в силу. Короче, там какие-то твари ходят, нахер надо. Блин, а шо мне, типа, огонь вожечь? Ну я ж играю полым уже. А хотя, го, сюда. Зайдем в зал, посмотрим, что тут. Фиолетовый кристалл труса. Найс. А, что он дает? Покинуть битву за стоицизма. Фиолетовый кристалл труса. Предмет для игры по сети, покинувшую битву за стоицизм. Сессия завершается, если хозяин игры выходит. Однажды так. Победа в этой битве открыла путь к древнему Анерлонду. Его жители не сделали даже оставшейся без защиты. Его жители не сдались даже оставшись без защиты. В знак уважения к памяти воина... Не торопись, использовали этот кристалл. Короче, давайте вернемся к тому продавцу. Я хочу одну вещь проверить. Есть ли там лестница, либо нету. Не, лестницы там нету. Блин, я не хочу выжигать. Это мне нужно 5 этих юзнуть. Человечности. Первую человечность я использую для того, чтобы убрать опустошение. Зал стоизма. Битва за стаи низ происходит только в сети. Дуэль битвы 1-1. Так, командные битвы 2-2, 3-3. Устанавливать пароль, чтобы выбрать путь. Это что? Битвы с Тайтис проходит только в сети. Плита легенд только по сети. Так, ну в принципе у нас только сюда путь остается. Блин, ну я не знаю, у меня просто много человечности на самом деле. Поселок Алачили. Так, убивается с двух ударов, это очень хорошо, макакичи. Но я их слышу много. А-а-а. Что-то было это только что странно.
Ну, щит они как бы... Ой. Срывает, но не так сильно, поэтому... Я крики слышу. Поэтому не беда. Довольно темная локация. Ну, здесь именно. Не знаю, конечно, как дальше будет. Бац. Но они довольно легкие. Типа, грохаться с 2000. Там много куда я могу пойти, хотя они очень... Мне пугают эти крики больше. А чё это за хуйня стоит? Шанс того, что он меня ваншотнет. Воу! Тихо, 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 тихо. А-а-а. Ну, точно, я вспомнил, почему травяной щит не такой уж и имба. Из-за... Из-за этого... скорости отбивания, она не такая уж большая. Я слышу... Ага. Типа спрятался. Ага. Душа. Сколько там мне нужно было? Там много. Хорошо, а куда я иду? Тихо. Может, кольцо бездны надеть? Зачем я сюда пришел? Я что-то нигде не залезу. А, походу это срез... Ну, не срез, а если я упаду вниз за этим предметом, чтобы я смог вернуться обратно. Но здесь я все... Хотя... Хотя могу. Что-то я бэкстепа не могу сделать им. Что, ребят, готовы сдыхать? Хотя давайте я лучше с безопасного места спрыгну. Перекат, наверное, не хватит. А, погнали за сундуком, а там потом решим. Шанс того, что я упаду. Пизда большой. Мимик. Да, мимик. А знак отличия. Блин, а... Не, я просто могу спрыгнуть, но я тогда вздыхаю. Блять! Где кувырок? Найс. Джиджина. Ой, найс, бляха, муха. Джиджи. Джиджи живем. Джиджи живем, как говорится.
пупы, две залупы. Почему вот этого я убил ваншотом? А, ну да, почему я не фулл урона нашел, понятно. Мы забыли щит снять. Бац, бац. Так, ну то он долго кастует, поэтому мне достаточно добежать до него. Так, здесь его убиваем. Он уже не пойдет на меня, так? Крыса. Нет, он там меня ждет. А не, оно, блядь, бежит. Бэкстепину ёбнем. Это у них прошло, ну ладно, не суть. Не суть, душу я забрал. О, а так вышло. Ага. А тут, ну, куда я могу пойти? Я, по-моему, уже минус я. Да будет свет. Чем здесь свет? Здесь страшно. Не поглотит ли меня тьма? Ай. До свидания. Так, ну тут же никого нету. Оп. Так, это не мимик, не мимик. Но они вещи все равно поворовали. Сфера тьмы. Ух ты. А. Давайте я радужный камушек попробую. Стрёмный камушек, на самом деле. Вот, сюда не ходил. Вот, стоять, а вот где он стоит?
Типа они втихаря дышат? Бац. Знак прости. Sorry, man. Я не хотел. Честное слово. Так, главное не заблудиться. Так, тихо. Ну, в общем, я не слышу. О, ни хрен... Тихо, тихо, не упади. Я сейчас как грохнусь. Так, мне бы до костра дойти. Можем как вариант вернуться к этому. Нашему с вами костру. Гу, сбегаем, все равно это не так далеко. Я плюс человечность получил. Мы можем костер еще апнуть. Тоже почему бы нет. Шопнем сразу до двадцатки. Типа это все равно ближайший костер, который здесь есть. Да, давайте, наверное, так и поступим. А ну-ка. А знак отличная. Это глава. Так, эту голову вырезал из деревни, так, дерево Гоха, когда находился в заключении. Гох владыка души в каждый... Так. Вкладывал в душу в каждую работу, и это принесло ему озарение. Если побеспокоить голову, она заговорит, демонстрируя вложение в нее чувства. Голова говорит «отлично». Ну, давайте посмотрим еще раз. Лицо выражает радость. А знак прости. Эту голову вырезал из дерева так Гух, когда находился в заключении. Гух выклал так душу. Ну, то же самое, только прости. Так. Приглянитесь, лицо выражает мольбу. Окей. Давайте тогда две человечности используем. Двойные. Так, во-первых, нужно возжечь. То есть обратить опустошение, да. Это сейчас у нас же первый, да, уровень костра. Сжечь, да. Так, второй уровень. Оп, я что-то не понял. Я просто не понял, почему у меня еще человечность осталась. Я ж типа две заюзал. Ладно. Будем считать, что так и должно было быть. Надеюсь, я теперь ваншочу их. Тихо. Не даемся на удары. Бац. Вот некоторых я, видите, как бы убивает с одного, а некоторых нет. Мне вот этот лифт интересен, куда он ведет. Куда и докуда. Вот, сука. Минус мне все-таки дамаг. Ладно, но у меня фляхи есть, поэтому не страшно. В смысле?
херня? У него осталось 2 хп. Что это за подстава? У меня что, так много это? А, заебись. Что это за дерьмо? Надеюсь, тебе нормально? В этой твари. Это можно мне за него вещи? Я ж его убил. Ну ладно. Может, типа вещь дают только если ты убиваешь без использования фляги? Тогда идите в сраку. Здесь автоматом. Или хотя, давайте, наверное, я думаю, на этом закончим. Я здесь стану. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.